Привет всем. Смотрим Папич, Дубайская авантюра 13. Будни оператора. Всем привет, гайз. Сижу я, своя любимая печенька шоколадная, которую я много раз показывал на стримах, которые я обожаю. Сука. Делаю... Ага, началось. Ставки на 308 UFC. Ну так, вернее, думаю... это реклама, я думал, реально решил записать свое видео, как он жрет в самом начале. Тут столько интересных боев, это просто невероятно. Бой у Итакера... А это как нативная реклама. Чимаева, бой Тапури и Холлоуэя, на которые я планирую даже поставить свои средства, помимо тех, которые мне дают. Это что такое? Правда, 308 UFC будет только где-то через месяц плюс, около 40 дней, но на бой Тапури я 100% буду заливать свои. Я пока не решил сколько, но я думаю минимум, ну не знаю, ну 1005 своих на то, что Тапури выиграет, я по-любому залью. И еще думаю, планирую... Это что же нативная реклама, не? Рассмотреть ставки на Волкова, там большой коэффициент, тоже думаю вот на это поставить. Я не думаю, что Папич решил такое записать это в самом начале. Короче, столько интересных боев, это просто невероятно. И вот сижу я, делаю эти ставки, ну, я думаю, что поставить. Ем печенька эта шоколадная. Что-то мне как будто не хватает. Вот что мне не хватает? Вроде тут все есть практически. Почти все вкусняшки, все самое любимое понаходил. Но я так и не смог найти просто нац. Ну, короче, просто фотографии каких-то людей в рамочке. Казалось бы, вредный. Казалось бы, нельзя его часто есть. Но насколько он вкусный был, когда в Венеции находил свежий нац, насколько это было прекрасно. А у нас не продается нац. И вот что мне делать? Как мне поесть нац? Я же не могу, ну, даже вот постоянно ем это печенье, насколько бы оно не было вкусное. Оно же надоедает потихоньку. Но нац хотя бы вот иногда, хотя бы раз в месяц. Вот как мне его достать? Нигде его здесь нет. Ни в одном магазине, ни онлайн, ни в реале. Невозможно заказать, найти, достать. Ну никак. Остается только один вариант. Оператор! Ай, не ори. Оператор! Что? Какой? Вам задание. Нац, реально достать здесь? Нет, я искала. Ого. У меня все в синяках. Все в синяках и царапинах. Папе, что с ней сделаешь? Я искала, его нет в Дубае. Где искал? Ну, по магазинам, на Амазоне, везде, на всех платформах. Правду говорить, как думаете? Или не особо старалась? Я думаю, не старалась. На Амазоне можно найти, мне кажется, нац. И тебе доставят его в любом случае. Признавайся, потому что работяги все выяснят. Но я старалась, честно. Точно старалась? Точно. То есть здесь его никак не найти? Да, 100% нет наца здесь. Тогда мы тебя посылаем в путешествие, в командировку, в поисках наца. То есть папе сам не захотел ехать никуда и отправил свою эту женщину? Какой? Я боюсь сама ехать. В смысле, боишься сама? Ну вот, мальца возьми этого. Тебе поможет. Нет, этого не хочу брать с собой. Короче, возьми кого хочешь, но суть в том, что надо ехать, походу. Мне нужен нац. Нужен нац внутривенно. Нужен нац для плюс морали. Хорошо. Свежий нац. Тебе нужно не просто поехать, тебе нужно каким-то... Какие же у нее ноги все в синяках. Папич, отпусти женщину. Должен поехать и успеть вернуться, чтобы он остался свежим. То есть, возможно, какой-то микрохолодильник. В смысле, нац остался свежим? Купишь что типа такого? Я не помню сначала. Я не знаю. Хорошо, я... Постараюсь выполнить задание. Постараешься? Да. Постараешься мало. Вперед! Стоп! Стоп, 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 стоп. Это еще не все. Знаете, я так подумал, не то, что нац, мне больше не хватало фанты. Еще более вредная фигня, чем нац. В смысле, что в Дубае нет фанты? Ну, мне ее даже больше не хватало. Хоть раз в месяц-два подушиться этой вредной фигней, газировкой. Тут есть вся газировка, кстати, кроме фанты. Все есть. Кола, спрайт, что угодно. Но фанты нет. Ну, потому что фанта — это напиток Гитлера. Подожди, нац и фанта, которая напиток Гитлера. Подождите-ка, Папич нацик. Фанта. Несколько бутылочек. На стриме выпью. Несколько бутылочек фанты. В течение вот, 3 дней справишься? Да, думаю. А куда едет-то? 100%. Вы слышали, видели? 100%. В Винницу? Вперед, оператор. Не могу я взять малька? Вон Винныча? Да. А чем тебя тот не угодил? Ну, этот какой-то... Ты ему не доверяешь? Не доверяю, да. Ну, окей. Но 3 дня у вас, оператор. Хорошо. Так, гайз, то, что я только что рассказывал, все эти ставочки на 308 UFC, как вы помните, первая ссылка под стримом. Ну, блин, 308 намечается какой-то просто невероятно интересный. Это еще пиздец не скоро, но, блин, я 100% залью на Тапурию свои. 100%. Я уверен, что он выиграет. Так, ну все. Вообще-то, по сути, будет видос оператора, потому что ну, я ж сам не полечу никуда ради нации. Это задание оператора. Еще такой вопрос. А где мне взять средства на поездку? Средства на поездку? Ну, карту вам не где же еще? Только это, ну... О, носит этот. От Саши Камня. Смотри, не потеряю ее. Хорошо. Даю тебе ее в чехле от Саши Камня, так что... Да блин, я только это все сказал. Было четко. Ее не потеряй, малька не потеряй. Ее, кстати, а почему до сих пор маска? Ты будешь в видосе в маске или без? Нет, тебя я распалили, сниму. Ну все, задание дано? Хорошо, я... У вас 3 дня, оператор. Почему у меня ноги в синяках? Объясните мне это. Я вернусь с картой, будьте с вами еще. Все разбитые. С нацем и с фантой. И с фантой. Папич настолько офигел, что даже в своих видео не снимается уже. Ну, большую часть.
Ну, у них... Что это, хомячок был? Ничего, у тебя губ. Да. Лучше в маске. Да, точно, лучше в маске. В Париже, наверное? Где музыку забанят? Серьезно, она могла в Виннице своей купить его нац, не? Это точно оператор? Или когда левая женщина? А, это макароны. Зеленые. Так, малек, давай зайдем в тот магазин. Ай-яй-яй, какая хреновая музыка. Экзотик, паучик, эротик. Какая же у нее челюсть. Боже мой, музыка, конечно, говна. И музыка громче, чем все вообще. Ну, пьяный десантник. Кайф. ССВО. Посмотрите на эту челюсть. Ужас. Как это делать? Привет. Пока не нашла еще Надь, но я в поисках. Почту нашла. Сложно, я заходила еще в разные магазины, пока его не было нигде. Женщина не будет сама себя снимать. Я в Париже сейчас, на улице. Стою. Как, докажу, что я в Париже? Ну смотри, вон транспорт парижский. Транспорт, как я отсюда рассмотрю. Ты хочешь сказать, там нету НАТО? В тех магазинах, что я была, нету, но я сейчас еще буду искать и думаю, что найду. Окей, пон, держи в курсе. Да, все. Все-таки лучше бы она не снимала маску, честно. Да. Больше пугает. Вот это красиво. Идея. Да в целом все выглядит неплохо. Это не центр? Ну что, малек, тут тоже нет нации. Давай у него спросим, есть ли здесь нация. Здравствуйте, у вас есть нация? Вроде в Украине много нациев. Путин сказал. Малек, нам по-любому надо найти нацию. Рили, нам сделали футаж, как эта тетка шатается по Парижу. Почти без памяти видео. А почему Папича-то туда не взять? Реакцию Папича на Диснейленд и прочее говно. И Папич визу не дает, потому что он это особенный.
Даже не нормальных батончиков, каких-то мини-батончиков набиваем нацик. А Фанту? Привет! Привет! Да блядь, сука, ты можешь себя снимать нормально? Не чтобы у тебя было пол лица и небо. Пичка. Я нашла нац. Верим? Показывай. Купила 6 упаковок. Это тот. Открываю упаковку. Открываю. Оно выглядит не так, как надо. Ну да, это какие-то мини-батончики, чел. Что там внутри? Покажи. Вот, смотри, батончик нац. Такой, как ты заказывал. Сука, нормально снимать, научись женщину. Он какой-то нестандартный, какой-то он другой. Ну, другая обертка, не такая, как в Венеции. Они... Действительно. Хочешь сразу в Венецию поехать? Нет. Можешь в Венецию поехать? Нет, они поменяли упаковку. Хочешь, я попробую его? Ну, хочешь, пробуй, но я так как определю, ну, типа, от того, что ты попробуешь. Ты что, в Венеции много нацов ела? Нет. Ну, пробовала пару раз. Вот, смотри, пробую наци. Сука, она же тебя снять не может. Ну, и чё? Ну, что-то с ним не так. Там обёртка не та, поищи с дефолтной обёрткой, с такой, как была. Хорошо, тогда я отправляюсь в другое место. Потому что я... Отправляйся дальше? Да, возле Нотр-Дама, смотри. Как красиво. Ну, блядь, понял. Ты снимаешь кусок неба, сука. И свою шляпу ёбаную. Чё он увидит красивого там? Красиво. Удачи. Хорошо. Давай с ней закончим. Давай. Всё, давай. Давай. Тусла. Вот самолет неправильно летел. А я должен знать, где это? Что это? Какая страна? Это также Париж. Ой, Париж. Франция. Италия. Ладно. Понял. Принял. О, Галкин подрабатывает. Ничего себе. Спагеттино, капучино. Do you have a nuts like a bar? Мона Лиза, чао. Ты знаешь, где купить nuts? Не знают. В любом супермаркете, наверное, не? Он в каких-то забегаловках. Или в Европе нет супермаркетов. Где же нам купить nuts? Интересно, кто Папич уговорил на такое видео? Кто уговорил 1Win проспонсировать такое видео? Ну сука, как нет там? Нам уже Дубай скоро возвращается, а у нас нет еще батончика. Hello, Джек? Я не понимаю, в Париже нет супермаркетов типа Ленты или прочего какого-то говна большого? Типа Walmart местного. Have nuts bar. This. I have... You have only one? Yes, only one. Nuts one. Okay, how much is? 20 euro. 20 euro, I buy it. 20 евро? Чё? Мы купили. У нас есть nuts. Мы выполнили задание. Мы можем ехать домой. А Фанту? 20. Не 12, 20. За $20 купили nuts? Ой, 20 евро, даже еще больше. Вообще везде наебывают по деньгам, явно.
Чил. Ничего, на собака сутулая. Тут нет. А вон он прячется, вон он прячется. Ничего не вышло. Привет. Че, задание выполнено? Да, задание выполнено. Я купила последний нац. Последний нац из Рима. О, нет. Последний нац из Рима. Они поменяли упаковку. Они похожи на настоящий нац. Они поменяли упаковку. Сейчас буду плакать. Куча нацев со Францией. Так, сейчас посмотрим сразу. И фанта. Такие же. Вау. На. Ну ладно, ладно. Держи. Да, да блин, это оранжевая, это не та. Нормально есть? А какая нормально? А, это? Это все не то. Pineapple? Это все не то вообще. Как она? Ананасовая? Это слишком желтая, это слишком оранжевая. А какая нужна? Ананасовая нужна? Нет, это не дефолтная. Сейчас попробую. Блядь, чел, ты бредишь. Пшикает еще, скажи, не так. У нас в Украине получше пшикало, скажи. Ну терпимо, кстати, ладно. Какая-то она слишком оранжевая. Так. Краситель определили. Зачем столько нацио? Я не буду их все есть. Ванильный шмельместе. Ты хочешь меня... Про запас. Ну, плюс миллион килограмм получил. Еще я купила тебе кучу подарков. Подарки? Неожиданно. Да. Так, сейчас потестим. Давай, тестим нац. Ну, выглядит свежим, кстати. А как? Как, блядь, не свежий? Если у него зеленая это, корочка сверху. Да, печатка. Бля! Он даже вкусный. Сука. Действительно, упаковка не зарешала. Действительно, он вкусный, да? Проблема в том, что я не просил покупать мне миллиарды этих нацов. Блять, они какие-то ультрамаленькие, чел. Вы представляете, что будет, если съесть? По семирядном холодильнике будет лежать такое количество нацов. Я их съем там в течение 5 дней. Я буду на супержирничах. Вот, ты долбоёб, получается. Я буду их прятать от тебя. Услужила называется, спасибо. Ну, кстати, он реально хороший, я вообще удивлен. Блять, он обычный, чел. Просто другая упаковка, сука. Подарки. Носочки. Раз. Носочки два. Крутые. Носочки три. Носки из Рима. Надо в этих носках время играть, собственно, ну, в слоте. Дальше супер большой Ментос. Кто-то издевается над моим организмом. Это точно мусорку сразу. Вот это в мусорку. Вот можно даже показать. Так она сама съест, нет? В мусорку. Съест. В вазу прячь, который папич ноги засовывает. Ты хочешь, кто умер? Можак. Да вы угораете. И не доставай потом. Да я не буду доставать с мусорки ничего. Так. Я не хочу умирать. Верю. Вот такая сладостей. Башня с Парижа. Ну, кстати, достаточно качественная. В руке не сломается так просто. Да, критерии качественности. Вот такой шлем с арены. О! Вот это будет стоять на потоке, 100%. На потоке касиков 100% это будет стоять. Только надо продумать, как его поставишь, чтобы было видно в вебке. Зажигалка. А что, с зажигалками же нельзя? Самолет. Это, конечно же, не настоящее золото, но выглядит и блестит, вот прям пиздец. Блять, ты хотел зажигалку из настоящего слитка золота, что ли? Красиво. О. Да. Давайте что подожжем. Такой вопрос, что? Что есть поджечь? Рад, что бумажку отнаться, надо будет нанять. Футболка с Диснейленда. Ну, это такая сложно оценить, это нужно примерить, но то, что она синяя, за это респект. Да, я знаю, что твой цвет любимый синий. Зачем ронять? Ну, ты уронил. Не ты. И еще подарок. О, хорошо. О, я когда-то очень давно обсуждал на стримах с работягами то, что было прикольно пить не с кружки, а с кубка. Но так ничего удобного я не нашел. Я такие видел на китайском сайте, в китайском магазине. Даже 24 это что, паунды или евро? Это евро. Но так ничего удобного не нашел. Вот этот кубок стоит 24 евро и 20 евро стоит нац. Вы прикиньте? Вот здесь, ну не знаю. Если помыть это все, если отмыть, не знаю, все равно тут как бы ну, вместительность как минимум в два раза меньше, чем у обычной кружки. Не знаю пока насчет этого. Не знаю, но в руке держать удобно. Но не уверен, не знаю. И возвращаю карту 1 бин. О, целости и сохранности. Только без денег. Как тебе этот с чеками, что ли? Катхолдер Саши Камникс, я перевернул, блин. Хороший. Да. Все, это блин, нац, кстати, офигенный лол. Все? Ну, это успех. Так зачем было покупать столько нацев? Надо было купить один. У меня, если я их начну сейчас съесть, у меня будет плюс 4, плюс 5 килограмм в течение, собственно, недели. Это пиздец. Так ты не ешь все чистого сразу. Жира. Спасибо. Так ты не ешь все сразу. Давай растянем на пару. Единственный вариант не есть.
Это все выкинуть в мусорку. Единственный вариант. Если она лежит рядом в холодильнике, свежая, вкусная, невозможно не есть. Невозможно. У папича точно нет зависимости никаких. И он все контролирует. Зачем испытывать свой самоконтроль, когда его можно вообще не испытывать и просто это все выкинуть? Ну, понятно, что мы этого сейчас выкидывать не будем. Понятно. Намечается антизож. Так, ну что? Получается, вы справились со своим заданием? Респект. Блин, нац, я не ждал, что нац вот в этой упаковочке, что он будет настолько и свежим, и вкусным. Он буквально даже лучше, наверное, того оригинального наца, что я ел. Да, упаковка зарешала, чел. Теперь будешь в Украине искать в такой упаковке. Уже будет не тот нац. Молодец, оператор. Хвалю. Сидел, рассматривал эту кофту с Микки Маусом, и меня осенило, что, как обычно, забыл сказать о второй ссылке под видосом. Там, где нарезают весь контент, если он слишком длинный. Хотя я не думаю, что этот видос должен получиться длинным. Как я понимаю, они там его как-то вообще смонтажируют так, чтобы он получился один из самых коротких, если не ошибаюсь. Так что вот так, гайс. Но кофта прикольная. Мне кажется, я буду ее носить. Возможно, она слишком большая на мне. Я пока не уверен. Нужно примерить. Чего? Я на видео делать не буду. Пока. Так. Ну, в целом, говно. Не? Да, рекомендации, конечно. Ладно, спасибо за просмотр видео. Кал, Калич. Больше Папича надо. Взаимодействие Папича. Давайте. Пока. Спасибо за просмотр.